Алена Коробкина любила печь торты с детства. Самый первый торт был в форме сердца и украшен кремом. А всерьез занялась украшением выпечки 7 лет назад. Сначала это был просто крем и цветы. Потом Ленинск Кузнечанка освоила искусство работать с мастикой и начали получаться самые настоящие сладкие шедевры. Процесс приготовления тортов, с одной стороны, успокаивает, а с другой, наоборот, заряжает энергией и доставляет огромное удовольствие. Алена обожает готовить разные сладости для своих близких и родных. Никогда не сидит без дела. Любой праздник – это повод в очередной раз побаловать любимых и стать примером. Кстати, Алена увлекается не только тортами, но и приготовлением вкусных десертов и пряничных домиков. Вот такие мастерицы живут в Ленинске-Кузнецком. А напоминаем, наш конкурс продолжается. Присылайте нам на WhatsApp фото и видео. Рассказывайте о своем творчестве. Получайте призы от телекомпании «Ленинск ТВ». Номер телефона WhatsApp 8 904 570 48 48.